Валерий Константинович, добрый день или вечер уже у вас. Завтра вот последний день отпуска у меня. Вот что-то успел сделать, вот хочу нашу красоту вам показать. Природу. Вот этот виноград полудикий сам растет. Я боролся с ним, плюнул. Пусть растет, если хочет. Но он такой довольно вкусный, в принципе. У меня товарищ его раньше забирал, его много росло, он не мерзнет, ничего. И товарищ у меня забирал его на... И вино делал, в общем. Вот. Немножко заросшая. Моя туйка, которая из семечка я вырастил. Всякие орешки пошли. Это я составлю все в кучку. Потом что-то не успел рассадить. Вот осталось их тут помного. Ничего страшного, ладно. Вот одно ведро осталось тоже. Это много. Это абрикосики вон какие красивые стали. Красненькие. Весной уж буду их рассаживать. У меня уже заказы есть на них. Чеснок сегодня посадил, тут грядка. Вот, ой, скользко. Наконец-то у нас дожди пошли сегодня, первый день. Дождик, но тепло еще пока. Вот орехи всякие, это вот иводия, это дерево. Медонос очень отличный. Какие-то сосенки у меня тут есть. Динка белоба. Это подвое сибирки ваши, вот написано. Вон грушки, парочку груш торчат. Тут еще где-то одна была, вон. Из семян то, что вы тогда просто подарили, добавили к косточкам. Вот, а те основные я Андрею увез, которых много было, которые заказывал, вырастил. Тут всякие орехи, типа рис болотный. Тут орехи, вчера тут морковка была, я ее выкопал. Тут орешки что-то. Есть динка, вон тоже встречается, динка хорошо растет. Вот, вот такая у нас тут красотища, вообще шикарная погода, прям вообще тепло. Я в футболке хожу, вон Волгу видно. В общем, красота. Жалко, отпуск заканчивается только. Я еще летний душ даже не снял. Вчера помылся, сегодня помылся. Водичка холодная, конечно, но нормально. Вот.